Я вас сейчас обеспечу маску. Давайте. Сними маску. Да хватит мне указывать, что сними маску, або я тебя сейчас выведу. Ты баран, а не та есть права, понял? Ты подивися, оно стоит, да, гнида, снимай. Давай, вали отсюда, ну иди отсюда. Шкреби ноги об асфальт отсюда, да? Да. Как да. Тебя? Вас. Бачи, рано, я сейчас бы тебя раздер бы тут. Друзья, приветствую вас. Как вы поняли, я стал свидетелем неприятной ситуации в магазине Билла. Я, как законопослушный гражданин, в период карантина нахожусь дома. Выходя в магазин, я ознакомился с постановлением Кабинета министров 255, где в пункте 8 конкретно указано, что в период карантина могут работать некоторые организации за умови забезпечення персоналу и відвідувачів засобами захисту, а саме респіраторів і масок. У меня была своя маска, я ее одел, пошел в магазин, пробежался, скупился все, что нужно, положил в багажник и вспомнил, что коту не купил пакетики Фрискис. Уже непосредственно в самом магазине я определил, что срок использования моей защитной маски истек. И как утверждает Министерство охраны здоровья, если носить более 2 часов, начинает образовываться среда, благоприятная для возникновения бактерий различных. Соответственно, я так слегка приспустил маску, чтобы мог дышать носом и не вдыхать вот эту вот всю гадость, которая там начинает зарождаться в этой маске использованной. Иду и ищу глазами представителей магазина Билла для того, чтобы, согласно пункту 8 постановления Кабинета министров 255, стать забезпеченным новым засобом захисту. Ни одного представителя в магазине я так и не встретил. И лишь по истечению некоторого времени я услышал голос молодого человека: «Оденьте маску». Закрыть, она я не могу, закрыть, потому что она испорчена. Что, на приколе или что? Маску, говорю, одень маску. На можно приколе? Узнать, как вас? Можно узнать, на как ваше имя, время. Фамилия? На приколе. Телефон, положи. Молодой человек. Нормально. Забеспечу сейчас. Забеспечу. Пишите. Пишите. Давайте руками не трогать ну, меня. Ну, пишите за мной. Я вас забеспечу сейчас маску. Я ему любезно объяснил, что я не могу ее одеть, так как срок ее годности уже истек. И мне необходим інший засіб захисту. Виходьте, я вас сейчас обеспечу маску. Давайте. Бідний? Это моё бідний? Дело. Ну ти сейчас себе як чувствуєш? Это моё дело. Ти бідний? Вот маски, да? Ти бідний. По-моему, ваші знайомі з вами стыдно ходить, бо ви бідний. Йому маску впадло купити. Забираємо, да? А чого вони не безкоштовні? Дякую вам. А чого візьми, ви... бідолага, чому... бідолага, візьми. Чому вони маску? Не безкоштовні? Бідолага, скажи. Візьми, одінь маску. Ну не спорте. Зніми маску, зніми маску. Да хватит мне указывать, что сними маску, або я тебя сейчас выведу. Но после этого его действия с ним что-то произошло. Какой-то триггер, видимо, сработал в его мозгу. И его любезность переросла просто в открытое хамство. С применением силы меня просто вытолкали из магазина и начали прилюдно оскорблять. Естественно, я это все фиксировал на камеру, так как я считаю это нарушение моих прав. Для того, чтобы в дальнейшем это придать огласке и, возможно, потребовать разъяснения у руководства магазина Билла, по какой причине они обучают своих представителей вести себя таким образом с посетителями. Вы меня выталкиваете, правильно я понимаю? Я тебя вытолкну, потому что ты бедолага, понимаешь? Не стройся клоуна, ты сейчас подошел, как я охранник, я ты купил маску. Я просто защищаю свои права. А ты бедолага, понимаешь? У меня есть права. Ты бедолага. Пойди, расскажи правительству, если ты бедолага. А там все правильно написано. Ну, так скажи правительству, скажи, не могу. Нет. Они на работе. То, что по полмагазина ходит везде без вас. За все есть ответственность. Совершенно верно. Полмагазина везде ходит. И всех, выгоняют. Сказать. Да, и мы выгоняем. Отрубить голову каждому. Так я же не против. Смотрите, дайте я вам расскажу. Давайте я вам расскажу. Пожалуйста, пожалуйста. Вы просто... Подожди. Вы не обидели. Надо же им говорить. Все, не, нет, так завтра придем. Это ж маска на один час носится. Ты бедолага, я тебе серьезно говорю. Ты бедолага. Ты ж ты бедолага, понимаешь? Это ты бедолага, потому что ты работаешь в форе. Купил маску, а ты стоишь вот эти маски, бачишь свои? Ты кажешь, она тебе погана. Ну и зачем ты это делаешь? Потому что ты бедолага, понимаешь? Это тебе дает право унижать меня или что? Понимаешь, вот сейчас забрать этот телефон, вывести сейчас тебя, я бы тебе сейчас бы рассказал бы за эти 20 гривень, какие ты, бедолага, не можешь зайти и купить себе маску. Это правовая ситуация в стране, да? Маска погана, понимаешь?
понимаешь? Ты, купили? Ты провокатор, самый натуральный. Из-за таких, как ты, создаются проблемы. Нет, у меня просто есть понял? Свои права. Ты баран, а не те есть права, понял? Ты подивися, оно стоит, да, гнида, подожди. Снимай. Давай, вали так отсюда, уйди отсюда. Пошли, не трогай, не говори с ним. Слышишь? Нида, твоя мать, которая тебя родила, что ты несешь? Так, девушка, тихо. Слышишь? Так ты вообще держи, держи себя в руках. Держите себя в руках, ребята. Все, давай, идем. Подожди, я хочу просто объяснить, чтобы человек понимал. Он на работе, ему некогда. Возьми себя в руках. Давай дойдем, чтобы не мешать. Что ты мне хочешь объяснить? Держи себя в руках, я тебе объясню. Смотри, значит, в постанове 2.1.1, по которой... Это постанову, пойди закону расскажи, не мне. Так вы же ею регламентируетесь. Тебе маску купили? А, ну то есть это все. Тебе маску, предел, купили? Да? Так это в постанове кабинета министров написано. То, что у тебя должен персонал магазина обеспечить. Не персонал, а магазин сам. Магазин должен тебя обеспечить? Конечно. Вам даже Виталий Владимирович уже объясняет, что обязаны, если вы працюете, обязаны обеспечить посетителей масками. Це відповідальність того, хто надає послуги. Він повинен забезпечити клієнта маскою. И неважно, может человек себе купить или не может. Если он желает одеть эту маску на свое лицо, вы его должны забеспечить, а не ограничить его передвижение. Почитайте постанову, вы все увидите там. Не позорьтесь, пожалуйста. Слышишь, шкреби ноги об асфальт отсюда, да? Да. Как да. Тебя? Вас. Бачив? Я тебе сейчас сделаю. Ну ты отсюда, ты. Ну ты просто, ну бедолага, ну иди. Ты можешь жалко, рано. Я сейчас бы тебя раздербил тут. Вам тоже хорошего дня. Ну и хочу подытожить. Помимо нарушения моих конституционных прав, о которых я вообще в этом видео молчу, представители магазина Билла не знают элементарного. Они не понимают смысла постановления, которым они руководствуются. Исходя из этого, становится понятным, что в организации у нас набирают людей с низким уровнем правосознания, которые позволяют себе нарушать права других людей и посягать на их честь и достоинство.